Стало известно имя погибшего при взрыве сотрудника завода по утилизации боеприпасов. 41-летний Ермурат Иманкулов, инженер-технолог из Капшагая Алматинской области, проработал на предприятии «Казахтехнологии» всего несколько месяцев. Бывший военнослужащий был командирован в Арыс в августе. В его обязанности входил контроль процесса утилизации боеприпасов. У погибшего осталось трое детей. Сегодня тело Ермурата Иманкулова отправили в родной город. На подрывном поле АО «Казтехнологии» во время уничтожения отходов утилизации произошла детонация взрывчатых веществ. В результате происшествия был смертельно травмирован инженер-технолог Иманкулов Ермурат Жакешевич. Наша компания все затраты и расходы по погребению погибшего взяла на себя. Известны стали также некоторые подробности трагедии. В частности, то, что на полигоне, где произошел взрыв, уничтожаются опасные в обращении вещества. Они поступают после обезвреживания боеприпасов. Всего на утилизации работают 136 человек. В основном это жители города Арыс. Руководитель предприятия уверяет, что техника безопасности отработана. Причины взрыва выяснит специальная комиссия под председательством главного инспектора по труду.